С момента замеса теста и до того, как куличик окажется на прилавке, проходит 6 часов. Производство на заводе «Колос» 24/7 круглый год. А в пасхальную неделю здесь максимальная концентрация рабочей силы. С октября завод начинает делать пробные выпечки, чтобы подобрать лучший изюм, муку, скорректировать рецептуру. Сейчас тесто находится в процессе брожения вот такой вот емкости, которая называется «Дижан». Она вмещает в себя 200 килограммов. Какой здесь стоит аромат, сложно передать словами. После формовки тесто отправляют на конвейер для расстойки. Там оно набирает объем. Вне зависимости развес изделия маленький, побольше 60 минут расстойка должна пройти данного ключа. Здесь он приобретает объем, вкус, ароматику изделия. Далее выпечка, украшение и упаковка традиционного пасхального блюда. «Колосу» в этом году исполняется 80, и уже несколько десятков лет завод готовит для белгородцев куличи. В день производят от 10 до 20 тонн. В среднем за неделю выходит практически сотня. У нас ассортимент такой широкий, линейка по развесу 150, 350, 550. В зависимости от человека, либо ребенка, кто какой хочет куличик увидеть себе на столе. Самый эксклюзивный – это 700-граммовый. Также у нас потребитель очень хотят видеть с творогом кулич, потому что Пасха, это мы понимаем, это творожное изделие, а кулич с творогом – это что-то вместе. Куличи на любой вкус завод отправляет в свои фирменные магазины и, конечно же, белгородские супермаркеты. Светлана Гмырь, Александр Сысоев. Такой день на Мире Белогорья.